Здравствуйте, сегодня 14 марта, с вами Артем Шувалов, мы на волнах радио «Стоп диктатуре в правозащите», и сегодня мы обсуждаем очень важную тему. Сегодня мы затронем, как продолжение предыдущей темы, интересный момент из обращения, или, скажем так, публикации журналистского расследования, или призыва, или воззвания к международному сообществу, которое сделала Мутабар Таджибаева. Основанная ей всемирная коалиция «Стоп диктатуре, фейкам и коррупции в правозащите» писала о том, что в немецкой прессе Deutsche Welle много искаженной, неправдивой информации об Узбекистане. И здесь надо упомянуть слова Мартина Лютера Кинга, которые очень актуальны и очень к теме по поводу всего того, что происходит. «Принимающий зло без сопротивления становится его пособником». Вот во время официального визита в Германию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, как я цитирую Таджибаеву сейчас, «Мы хотели бы проанализировать публикации представителя немецкой прессы Deutsche Welle, которые буквально пронизаны антиузбекистанизмом. На факты, по которым мы пишем этот материал, не только правительство Узбекистана, каждый узбекистанец, каждый нормальный, честный человек имеет право требовать объяснения. Я сделаю небольшое отступление. Здесь не идет попытка обелить в чем-то узбекское правительство, прошлое или настоящее. Здесь лишь попытка внести ясность в отношении тех людей, которые занимаются правозащитой, в отношении тех людей, которые утверждают, что правда должна быть только правдой. То есть в отношении тех людей, которые критикуют Аксарай, и не только Аксарай, не только режим Каримова или Шавката Мирзиёева, но и любой другой режим, который использует ложь, фейки, подтасовки, притеснения, нарушение прав, как один из инструментов, проводимой внутренней и внешней политики. Итак, возвращаемся. Фейк – это информационное преднамеренное распространение дезинформации в социальных медиа или традиционных СМИ. Фейк – это подделка в самом широком смысле. Английское слово «фейк» произносится как «фейк» и переводится «поддельный», «фальшивый». С развитием интернета все большее значение стали приобретать фальшивые или фейковые новости, которые используются для манипуляции сознанием людей. Особенно острый вопрос стал во время выборов президента США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп. Facebook объявил, что будет помечать все фейковые новости. Фейки становятся основным источником информационно-сетевых каскадов, в которых основным фактором лавинообразного распространения информации является стадное поведение. Вернемся к истории пропаганды антиузбекистанизма в немецкой прессе и Deutsche Welle. История про потоку информации для того, чтобы она могла диагностировать, анализировать и находить решение создавшейся ситуации в Узбекистане. Пора дать юридическую оценку действиям так называемых журналистов, не соблюдающих журналистскую этику. Журналист Deutsche Welle Михаил Бушуев после разбирательств фиктивных материалов на сайте Deutsche Welle решил взять интервью по поводу диалога с правительством Узбекистана у Мутабар Таджибаевой, известной правозащитницей из Узбекистана, проживающей на сегодняшний день во Франции. Мутабар Таджибаева, уверенная в том, что интервью не будет опубликовано. И она обратилась к нам с просьбой проанализировать и опубликовать мнение по поводу пропаганды антиузбекистанизма. Она просила опубликовать на нашем сайте ее интервью, которое подготовила после операции на сердце по просьбе журналиста Deutsche Welle Михаила Бушуева. В ближайшие дни, это касалось того момента, визита Мирзиёева в Германию. Она была уверена, что все-таки интервью Deutsche Welle не будет публиковать. Итак, ложь, клевета, оскорбление Deutsche Welle. И что говорят правозащитники? В Узбекистане распространена практика несудебных казней. Это вот цитата от Deutsche Welle, название их статьи. Это заключение сделано на основании слов ложного патологоанатома Умида Абдуназарова и правозащитницы Надежды Атаевой, журналистами Deutsche Welle, автором статьи, опубликованной 29 апреля 2011 года, Натальей Поздняковой, редактором Михаилом Бушуевым, чем нагло обманывали международное сообщество и провели в клеветническую кампанию против Узбекистана. В Узбекистане был издан президентский указ об отмене смертной казни с 1 января 2008 года.
Но на практике власти систематически нарушают право граждан на жизнь, верша внесудебные казни, статистика этих преступлений всячески скрывается, говорится в статье. В абзаце из трех строк четырехкратная ложь. По материалам журналистского расследования, семья свидетеля по сегодняшний день благополучно проживает в Коканде, где и было взято интервью у супруги Абдуназарова Назимы, ее сыновей Мирза Анвара и Кабира. Свидетель, так называемый, никогда не был очевидцем событий на площади Бабура, так как во время этих событий находился в своем доме, работал и получал зарплату, вел классный журнал в качестве учителя французского языка 32-й школе города Коканда, что также подтверждается и документами. Свидетель никогда не работал в морге, он никогда даже близко не присутствовал в морге во время вскрытия, так как совершенно неправильно описывал процесс вскрытия, на что есть заключение специалистов, патологоанатомов. Специалистов по анатомии. Проведение профессионального обследования трупа сразу видно. Потому что в мире существует всего два метода вскрытия. Это четкое и правильное безапелляционное показание специалистов. Это уже, можем это назвать все-таки аксиомой. Таким же образом, единственный свидетель массовых судебных казней, вот каким же образом единственный свидетель массовых несудебных казней в Узбекистане смог покинуть страну. Deutsche Welle утверждает, что практика несудебных казней существует в Узбекистане. И это мнение правозащитников, выводы которых поддержал бывший спецпосланник ООН по пыткам. Доклад, посвященный последствиям расстрела демонстрации в Андижане в 2005 году. А дальше я цитирую Deutsche Welle от их статью. Правозащитная организация Ассоциация по правам человека в Центральной Азии со штаб-квартиры во Франции опубликовала на днях доклад «Система пыток и внесудебных казней в Узбекистане». Он посвящен последствиям расстрела демонстраций в городе Андижане в мае 2005 года. Последствия андижанских событий. Еще с майских событий 2005 года в старой части города Андижана, недалеко от парка Наваи, пустуют десятки домов. Никто из соседей не может объяснить, почему у этих зданий постоянно дежурят люди в штатском. И отчего пропавших хозяев строго-настрого запрещено упоминать даже спустя 5 лет. Так описывается ситуация в Андижане в докладе правозащитников, посвященном внесудебным казням в Узбекистане. 13 мая 2005 года узбекские власти жестоко подавили демонстрацию на центральной площади, расположенной в Ферганской долине города Андижана. По официальным данным были убиты 187 человек. Неофициальные цифры в несколько раз больше. 13 мая 2005 года в Андижане было совершено массовое убийство. Узбекские власти проигнорировали призыв провести независимое международное расследование. При этом впоследствии власти, как говорится в докладе, широко разрекламировали процесс гуманизации уголовного законодательства. В Узбекистане был издан президентский указ об отмене смертной казни с 1 января 2008 года. Но на практике власти систематически нарушают право граждан на жизнь, верша внесудебные казни. Статистика этих преступлений всячески скрывается. Как пояснила Deutsche Welle, один из авторов доклада Надежда Аттаева, руководитель Ассоциации по правам человека в Центральной Азии, процитируем госпожу Аттаеву, «Внесудебная казнь – это убийство человека, совершенное представителем власти тогда, когда не был вынесен смертный приговор». По словам правозащитницы, практика внесудебных казней в Узбекистане приобрела массовый характер после андижанской трагедии. В докладе правозащитников приводится несколько подтверждающих это свидетельство показаний. И здесь Deutsche Welle приводит рассказ свидетеля. Цитирую. «Один из свидетелей, который сейчас вместе с семьей находится за пределами Узбекистана, работал в Андижанском морге с сентября 2005 года по февраль 2006 года. Он также является очевидцем событий на площади Бабура. 23 сентября 2005 года следователь службы национальной безопасности Узбекистана заставил меня подписать бумагу, в которой говорилось, что меня направляют в областную больницу Андижана на добровольные работы. С этого момента я становился нештатным сотрудником СНБ».
говорится в докладе свидетеля. За время работы в Андижанском морге свидетель осмотрел около 500 тел, около 300 из них с огнестрельными и ножевыми ранениями. С огнестрельными ранениями больше всего было мужчин от 16 до 55 лет, около 25 женщин от 20 до 40 лет. «Я хорошо помню, что смотрел 6 детских трупов с огнестрельными ранениями», рассказывает бывший сотрудник морга. «Мы склонны думать, что жертвами стали люди, которые могут являться либо свидетелями андижанской трагедии, либо их родственниками. Сам факт того, что среди них есть женщины, дети и старики, говорит о том, что они, скорее всего, имеют отношение к тем, кто без вести пропал», полагает правозащитница Надежда Атаева. Интересный рассказ о «зеленой карте». Как рассказал бывший сотрудник морга, тела людей в Андижанской областной больнице регистрировались по трем категориям. Большую часть трупов, поступавших к ним в период его работы, принимали в морг по так называемой «зеленой карте». Это бланк зеленого цвета. «Впервые в этом морге я его увидел», — говорит свидетель. В нем тела регистрируются не по имени, а по семизначному номеру, который совпадает с номером на бирке, прикрепленной к большому пальцу левой ноги, — рассказал свидетель. По его словам, приведенным в докладе тела, регистрируемые по зеленой карте, всегда поступали через 1-3 часа после наступления смерти. Их учет морг, по утверждению медика, не вел, а вели сотрудники СНБ, которые постоянно дежурили в морге. По некоторым признакам свидетель, которого цитируют в докладе правозащитники, определил, что незадолго до смерти этих людей держали в заключении. Тела предварительно осматривали люди в погонах, чтобы узнать характер ранения, огнестрельное, ножевое или какое-то другое. Пули из тел изымались в присутствии сотрудника СНБ и сдавались ему под расписку. Затем он уходил, начинался осмотр тела. В свидетельстве о смерти человека, умершего от огнестрельного ранения в область сердца, в качестве причины смерти указывали сердечное заболевание. Чтобы скрыть признаки убийства на теле, производились надрезы больше изначального ранения и зашивались так, чтобы представить рану как результат вскрытия. Внесудебные казни после Андижанской трагедии. Описанные источником правозащитников факты относятся к периоду с сентября 2005 года по февраль 2006 года. Все наши попытки узнать хоть что-то о последующей работе морга Андижанской областной больницы были безуспешными, сказала правозащитница Атаева. Она объясняет это тем, что за сотрудниками медучреждения усилился контроль со стороны спецслужб. Авторы доклада постарались всячески перепроверить рассказ бывшего сотрудника Андижанского морга. Им удалось получить косвенные доказательства его правоты, факты исчезновения людей в Андижане, а также факт работы сотрудников СНБ в больнице. И Deutsche Welle не может проверить имеющиеся в докладе утверждения и факты. То, что доклад публикуется спустя 6 лет после Андижанской трагедии, объясняется объективными причинами. Длительные сроки, потому что у нас нет возможности внутри страны проводить полноценное расследование с участием государственных органов Узбекистана. Власти всячески преследуют правозащитников и всеми способами игнорируют призывы прекратить практику внесудебных расправ и пыток, сказала Атаева. Самое страшное, в чем можно обвинить власти страны, то, что в Узбекистане усилились практики внесудебных казней в период после андижанских событий, подтвердил в интервью Deutsche Welle бывший спецпосланник ООН по пыткам профессор Венского университета Манфред Новак. В ходе андижанских событий большое количество людей стали жертвами внесудебных казни. Все это документально зафиксировано, и правительству Узбекистана не удалось убедительно опровергнуть эти данные. Так что эти обвинения в их адрес не новые. Как подчеркивает госпожа Атаева, другие свидетельства правозащитников, не связанные по времени с андижанскими событиями, позволяют делать выводы о том, что данная практика существует и сейчас. В качестве доказательства можно рассматривать сведения об исчезновении людей. Их арестовывают, а потом родственники не могут установить их местонахождение, либо приходит письмо от заключенного к родственникам о том, что его переводят в другую колонию, а потом все следы теряются, рассказывает она. Косвенно о желании властей скрыть практику внесудебных казней свидетельствует то обстоятельство, что
В страну 2003 года не пускают спецпосланника ООН по пыткам. В течение 6 лет моей деятельности на этом посту я так и не смог посетить Узбекистан, говорит Манфред Новак, хотя посол этой страны в Женеве, с которым я находился в постоянном контакте, много раз обещал пригласить меня. Но запрос до сих пор остался без ответа, а ситуация в Узбекистане, по моим данным, остается такой же плохой, как и в 2002 году. Тогда мой предшественник после своего визита в Узбекистан обвинил власти в систематическом применении пыток. Это, пожалуй, самое страшное в том, в чем можно обвинить государство, заявил в интервью Deutsche Welle Манфред Новак. И авторы этой статьи, еще раз напоминаю, Наталья Позднякова, редактор Михаил Бушуев. Сегодня закончим на этой ноте, но продолжения будут в следующих эфирах нашей радиостанции. И мы с вами ненадолго прощаемся. До новой встреч, до нового эфира. Всего доброго, приятных вам будней. С вами был Артем Шувалов, журналист общественной инициативной группы «Весы справедливости» на радио «Стоп диктатуре в правозащите».